Больш за паўмільёна хворых на коронавірус ва ўсім свеце паводле звестак універсітэту Джона Гопкінса і амаль 2 мільярда людзей у самаізаляцыі. Улады Беларусі запэўніваюць, сярод усіх суседніх краін у нас сітуацыя найбольш спакойная. Мы і карантину не абвесцілі, і выпадкаў смерці ад COVID-19 няма. Аркадій Нестеренко пагутараў з тымі, хто сутыкнуўся з інфекцыяй ды паспрабаваў здаць аналізы на коронавірус. Итак, заполняем всю строчку. Хорошо, ребят? Без обвесток про карантин сбоку Министерства охоты здоровья и Министерства адукации у одной из минских школ подшались дистанционные занятки. Поняли, что где-то на 30% детей у нас стало меньше, плюс начали болеть педагоги. Это не было связано никак с пандемией, это было связано скорее просто с обычными сезонными респираторными заболеваниями, то есть это грипп и ОРВИ. И ну, это стало сказываться, естественно, на работе школы. И тогда мы решили провести опрос, провели опрос по всем классам среди родителей. И более 90% родителей у нас попросили перейти на дистанционную форму. Так само без формального закрытия межа улады Беларуси приняли решение накировывать на 14-дневный самокарантин у всех, кто проезжает Украину. Але, например, не глядя на все заклики студентов, вочные занятки у ВНУ у стяж не отменяют. Каб снизить градус напруженности помеж студентской супольностью и уладами, министр аховы здоровья Владимир Каранник провел адмысловый стрым, у часе якого запэўнивал, ситуация под контролем. Мы считаем, что на сегодняшний момент, благодаря проводимой профилактической работе и благодаря созданному резерву коечного фонда, который, сами понимаете, в рамках нашей страны, где более 70 тысяч коек для оказания медицинской помощи взрослому населению, 86 пациентов не могут создать перегрузку системы здравоохранения. Поводле министра Караніка, эффективные карантинные заходы повинны тягнуться 12-13 тыдняў. И ніводная краина у свете не сможет дозволить себе паралич на 3 месяца. Частковый карантин потребны, каб сбить пики захворваний и разгрузить систему аховы здоровья. По количеству тестов Республика Беларусь, сеть на 1 миллион жителей, входит в первую десятку стран мира. И, соответственно, это позволяет нам реально оценивать ситуацию. Блогерка з Менску Наста Захаревич чакала вынікаў свайго тэсту 4 дні. Яна кажа, сітуацыя далёка не такая аптымістычная, як твердзяць у міністэрстве. Сумна і злосна бачыць адкрытую хлусню міністэрства, калі у нас не хапала масак, а на брыфінгу ў міністэрстве казалі, што ўсяго паўсюль дастаткова і ўвогуле ў скурвендыспансеры ляжаць людзі, у якіх пацверджана адсутнасць коронавірусу. Гэта неправда. У моем блоку не было ни одного человека с готовым диагнозом. Как только у людей, людям приходил отмовный выник анализу, тогда людей отпускали до дома. Мы все там лежали у неведомости. И когда министерство кажет, что никто там не ходит у костюмах оборонших, это так само неправда. Медики ходят в оборонших костюмах. И проблема в том, что лекарня не готовая, у них нема однольковых на усих неких костюмов. Наста Захаревич прилетела у Менск с Праги амаль 2 тыдні тому и была вымушена сдавать анализы на коронавирус двойче, бо первый тест попросту сгубился. Я чекала тесту от понеделка, от 23-го соковика, бо мой первый тест, он был сделан в аэропорте 14-го соковика. И он, на жаль, сгубился, ці то в аэропорте, ці то уже в лаборатории, але выніку его невядома, и невядома, ці гэты тест был зроблены, на жаль. Беларуская лекарка Анастасія Пігаль, якая цяпер жыве і працуе ў Нью-Йорку, была сярод дактароў, якія звярнуліся з адкрытым лістом да ўладаў Беларусі з заклікам тэрмінова ўвесці карантін у краіне. Яна тлумачыць, лекары сапраўды не хлусяць, калі замест коронавіруса ставяць хворым дыягназ пнеўманія ці грып, але гэта можа быць толькі палова праўды. Коронавирус – это один из вирусов, который циркулирует сейчас в обществе, особенно вот сейчас в зимний и весенний период. Любой вирус, в том числе и грипп, может вызвать пневмонию, и проявления могут быть похожими на то, что бывает при коронавирусе. Врачи, если они не делают никаких специальных тестов на конкретный вирус, они просто ставят диагноз пневмонии или ОРВИ в зависимости от того, что они видят.
Например, ОРВИ – это будет верхние дыхательные пути, насморк, кашель, бронхит, может быть. А пневмония – это воспаление какой-то части легких. Поводле суразмоўцы про свету, коли 50% у людей перахварея на COVID-19, то есть верагодность, что эпидемия пойдет на спад, але наступствы для грамадства, у тым ліку для старых людей, могут быть катастрофичные. Если мы оставим все на самотек, как это сейчас в Беларуси происходит, то при заразности этого вируса, и мы видим, что он очень легко передается между людьми, мы можем получить огромное количество тяжело больных буквально в течение недели, которым будет нарастать, с которыми мы просто не сможем справиться, и эти люди просто не получат ту помощь, которая поможет им выбраться из этой болезни. Суразмоўца пра свету, у якога пацвердзіўся коронавирус, потрапіў у лекарню у мінулую сераду. Вось так выглядае палата аўтара, які цяпер вядзе телеграм-канал «Я і COVID-19». Ад моманту вяртання з-за мяжы до таго, як хлопца забралі ў шпіталь, прайшоў цэлы тыдзень. Был я за границей, да, я ездил в Берлин на концерт. Концерт был 8 марта. Ехали мы на поезде через Варшаву. Еще сутки были в Варшаве. Трое суток примерно мы были в Берлине. Также еще 8 марта был праздник, ходили манифестации феминисток. Я подходил к ним, поздравлял с 8 марта. Вот, и потом 11 числа я уже был в Минске. На фоне заяву экспертов, которые рыхтуются до горших сценаров, керовник Беларуси уже заявил, что головное – протриматься до православного Великодня, который все лето выпадает на 19 красовика. Магчыма, эта заява связанная с тем, что тягом месяца улады чекают росту захворваний, але при этом официально протягивают переконвать. Хваляваться не требо.